もう一つ。There's nothing more cool than being hugged by someone you like. But if someone tries to touch you in a place or in a way that makes you feel uncomfortable, that's no good. It's your body. No one has the right to touch you if you don't want them to. So what do? First, you say no. Then you get out of there. Добрый вечер. Сегодня я играю первые части Sonic the Hedgehog, первые части завтра, ну, уже по нашему времени совсем скоро, и учитывая, что она, скорее всего, вышла в Японии раньше, это, может быть, уже исполнилось 25 лет. И, собственно... Так, секундочку. И, собственно, я не знаю, за что все эту игру любят. Звук убавить. Звук игры, я так понимаю, да? Угу. Всегда ли такое шипение было? Ну, типа, наверное, это должно изображать водопад, насколько я понимаю. Да, вот меня просят уточнить, про первую ли часть говорю или про всю серию. Я говорю про первую часть. Я не понимаю, почему с такой первой частью Соника вообще кто-то полюбил, потому что первая часть — это какое-то огромное недоразумение. Я не понимаю, как вот эта игра могла вообще что-то говорить про какой-то фаст, если, в то время как тут фаст от силы полторы зоны. Ну окей, вот сейчас я пролетел фаст пол уровня. Другие пол уровня я шел пешком и пытался залезть наверх, чтобы там было где разогнаться. И... Да, и я постараюсь, наверное, избегать впредь вот этого кошмара. Я не знаю, я хочу узнать как-нибудь, кто вообще вот это сделал, эти бонусы. В каком он был вообще состоянии и зачем он это сделал. Потому что это ужасно. Я ненавижу бонусы практически во всех Сониках. Но некоторые из них, по крайней мере, мне более-менее понятны. Например, те из Sonic 3, в которых... Бля, это шипение. В которых не нужно изумруды получать. Здесь это какой-то ужасный трип. Я не знаю, с чем еще можно сравнить. Я вообще очень не люблю, когда говорят про наркоманию всякую. Но оформление вот этого бонуса в первом Сонике, оно у меня иных ассоциаций вообще не вызывает. Это неуязвимость, чтобы можно было становиться на пике точёное. Вот. Ура, это был быстрый момент. Под конец, чтобы показать, что игра может. Я не понимаю, почему этих моментов в игре так мало, и почему игра настолько медленная, как первый Соник, вообще заслужила себе репутацию чего-то быстрого. И ну и как вообще все не засмеяли этого чертового Соника за его имя. И ах ты, ёкарный бабай. Это же в первой части он даже спин-дэш не мог делать.
Да, вот именно вот так вот и приходилось колупаться. Это... Господи, это пытка, я не пойду туда, я пойду выше. А еще мне не нравится эта музыка. То есть вот эта тема вот этого Грин Хилла, она почему-то стала синонимичной с Соником. Но... А, вы видели эту пружину, которая наказывала вас за то, что вы... Go fast. Отличное дизайнерское решение, да. Не знаю, помню, дурацкая музыка в Грин Хилле, и ничего в ней хорошего нет, и... может быть, ее просто все так ценят только за то, что... опять же, это первый уровень, и типа он самый знаковый, но... Офигеть! Никаких инвенсибилити фреймов. Идеально вообще. Можно вернуться с каким-нибудь кольцем? Спасибо. Основной хайп по Сонику, пишет, начался со второй части. Да не то чтобы, потому что первая часть имела наибольшие продажи и вообще там маскот консоли, вот это все. Мне кажется, с такой первой частью только судоку делать. А, в комплекте с консолью поставлялось, ну да, понятно. Ну, потому что я-то сам видел только с консоли в комплекте со вторым Соником. Но, блин, чуть было не умер, а? Этот телевизор с кольцами меня пытался задавить только что. Не знаю. Не нравится мне, в общем, в первом практически ничего. То есть задумка более или менее какая-то в игре неплохая, но... Но вот первый уровень, который я сейчас прошел, и который у меня есть претензии, он один из лучших, если не самый лучший в игре. Дальше все становится только... И вот здесь... Мне на самом деле... Вот тут мне музыка нравится, но она вызывает какое-то очень странное... Какое-то ностальгическое почему-то чувство. Ну, то есть я не говорю, что это ностальгия по 90-м, потому что у меня в 90-х она тоже вызывала такие же чувства. Как будто, не знаю, из каких-то... Из чего-то старых фильмов или чего-то в этом роде. Я не могу определить... А вот... То есть на пиках у него не было инвенсибилити фреймов, а тут есть... Какой оригинал. Если кто-то может предположить, на что похожа музыка в этой зоне, пожалуйста, расскажите. И что я хочу сказать про сам этот уровень? Ну, он совершенно ужасен. Вы же видите, да, что здесь вообще невозможно go fast. То есть единственный selling point Соника, главное вообще его отличие от других игр, в этом уровне не прослеживается вообще никак. Тут нет иного вообще способа его прохождения, кроме как вот осторожничать, ждать, пока эта хрень доедет. И так далее. Он форсированно медленный. И в этом, по-моему, ну, нет ничего особо хорошего.
Музыка звучит как бэкграунд к Пугачевой. Ну вот может быть что-то такое. Музыка как на зоне. 16-битный шансон. Старые французские фильмы. Ну блин, я не знаю тогда, почему у меня такие ассоциации, учитывая, что я не смотрел старые французские фильмы. Ну вот да, мне кажется, скорее всего, какая-то советская эстрада. Тогда доказывает, что Соник говно, как будто с ним кто-то спорит. Не, ну у меня же есть тезисы, мне же надо их высказать. Это не то, что я все время говорю в противовес тому, что люди считают. Нет, я просто в целом рассуждаю про игру. Не обязательно с кем-то спорить, чтобы аргументы приводить. Особенно, когда они прямо в лицо вот тебе плюются огнем. Блин, это анимация огня, который просто стоит. О нет, это же Соник, надо припечь его. О нет, не будет никакого здесь фаст-сегмента. Пики точеные поперек пути. Ай-яй-яй, не рассчитал. GoFast со второй игры начался, когда все оказуалили. Ну, если мы даже считаем первого Соника чем-то прям хардкорным, то я не вижу в этой хардкорности ничего хорошего. То есть, ну, здесь буквально нет ничего выдающегося, ничего такого, что выделяло бы его среди, ну, вообще всей массы других платформеров. Потому что во второй части есть скорость и, честно говоря, есть зоны, которые гораздо более яркие и запоминающиеся здесь. Ну что это? Ну это руины и лава. I mean, really? Да сколько же вас тут? Наплодились. Уровень напоминает один из джунглей в первом Гексе. Не, первого я, наверное, не играл. Только 3D-шный пробовал. Вот чем меня удивляет вот этот вот генезис врагов. То есть, значит, злой-злой доктор Роботник взял и запихал... Так... надо стартовать, да? Запихал, значит, зверушек в роботов. Но зачем вот этот вот тюлень был в летучей мыши? То есть почему нельзя было просто летучей мыши, черт возьми, сделать какие-то, I don't know, протезы? Зачем надо было пихать тюленя в киберлетучую мышь? What the hell? Ну ладно, еще один. Не, я промажу. Я промазал мимо всего. С другой стороны, это значит, что я спасся от очередного этого бэд-трипа. Кольца проблемы с Соником. Ну вот этим, мне кажется, как раз Соник отличается... Ну я даже не знаю, наверное, в лучшую сторону, потому что... Я небольшой фанат высокой сложности в играх, как я уже говорил. В этом плане Соник, который позволяет выживать до тех пор, пока у тебя есть хотя бы одно кольцо. Еш! И не взял, ни одного не взял, еще вернусь. Он, ну, в общем-то, проходится гораздо легче, и что само по себе, наверное, лучше, учитывая, нас, какой перебор со сложностью часто был в старых играх.
Ну, это, конечно, да, это гораздо более имбово, наверное, в сравнении с другими играми, где был или Hellsbar, или вообще там с одного удара все умирали. Ну, опять же, наверное, поэтому мы все Соников и могли пройти, в отличие от многих других игр, как, например, сраный Марио, которого мы недавно как раз видели на моих ретро-стримах, который совершенно невыносимый по сложности. Sonic Plot Analysis, да. Руины напоминают так, когда Долфина Лава Марио. Так, и зачем я сюда... А, я уж думал, что... Да, лава у меня тоже, естественно, сразу же ассоциации с Марио вызывает, просто потому что там ее было, ну, очень много, там каждый из финальных уровней заканчивался... А мне, наверное, не сюда? А мне... Стоп, у меня другого выхода нет. Там каждый уровень, да, как каждый из каждый четвертый уровень был лавовым. И в Марио лавы был, конечно, полный перебор. Здесь, к счастью, только одна зона, но... Соник пропагандирует брак, потому что надо собирать кольца, но в таком случае он пропагандирует какое-то многоженство, потому что кольца он собирает сотнями. Господи, гаремный Соник. Соник 1 платформер, Соник 2 рейсинг. Ну нифига, Соник 2 такой же платформер, только с большим количеством интересных и зрелищных сегментов. Да ядрёного ж. А, к SNES у Марио сложность человеческая. Это да, я играл в World, и он был хорошим, но... Ладно, подожди. На чем он сейчас балансировал? Так. Но первые Марио были невыносимыми, в то время как первые Соники были вполне себе приемлемыми за счет именно этой возможности постоянно ухватить свое последнее кольцо и просто бесконечно выживать. Джижиш. В детстве пики точеные мы называли шипами, да. Потом пришел интернет с его дурацкими пошлыми мемесами и все испортил. Блин, я уже 3,5 минуты на этом уровне, и это еще не конец для него. So much for fast. Эти глюки с анимациями тоже. Почему он сейчас не свернулся в клубок? О, словосочетание гаремный Соник фанбазу заставляет вспомнить. Да, фанбаза Соника — это на самом деле худшее, что с ним происходило. То есть, казалось бы, что может быть там хуже, чем вообще Shadow и игра про него. И там Соник 2006. Но мне кажется, что люди всегда портят все, и фанбаза Соника — это обитатель, наверное, какого-то особенного круга ада. И я вообще очень расстроен то, что довольно хорошие платформеры, я не говорю про первую часть, я говорю про, ах, про последующие три, в итоге породили вот такой вот ад. Да. Иди, кольцо, кольцо. Окей, кольцо. Кольцо, нет. Окей. Я умер, кстати, вообще в пустом месте. У него даже срака не загорелась сейчас. Надо было сделать сохранение перед этим. Агрессивные стратегии по нападению на боссов в Сонике всегда грозят обернуться тем, что тебя убьет какой-нибудь пиксель, которого ты еще не видишь. Да Здесь без разгона вообще невозможно, а с разгоном можно влететь в
хреновина. Ну, прекрасно. До конца буду первого Цописа проходить. Ну да, я считаю, что, наверное, это нужно сделать. Я был так близок в тот раз. Кто-нибудь сохраните ссылку на музыку, которая один в один, потому что я ее сейчас не могу посмотреть. Лучший музон в третьей части? Ну, я честно даже не знаю, какой части отдать предпочтение. Второй или третий, по-моему, они обе замечательные. Ну и под третьей я, конечно, подразумеваю End Knuckles. Коуп! Или это такое типа sorry, я даже не знаю. I can't cope with this. Ну и вот это вот место, вот мы можем наблюдать, опять же, супер дебильный уровень. Я был готов перепрыгнуть. Что, твою мать, я был так хорош. Все, вот просто в этом уровне все это какое-то предательство здравого смысла и всего хорошего, что наклевывалось в этой игре. Медленные лифты, медленные препятствия, враги, которые просто на тебя налетают из ниоткуда и убивают, пружины, которые отбрасывают тебя назад и вообще повсюду. Господи, этот уровень, это какое-то... Оу. Еще я ненавижу вот такие вот невидимые проходы в стенах. Они в финалках часто практикуются, в Сониках вообще дофига. Когда они вообще никак не подсвечены, мне кажется, это вообще какой-то, ну, моветон. Я не знаю, это все. Потому что после этого начинаешь все стены мордой вот так вот тыкаться, надеясь, что а вдруг да там бонус. Ну и вот этот вот момент, где хрен запрыгнешь. Пружина тебя отталкивает назад. О, ладно, окей, получилось. Spring Yard. Я, в общем, в детстве, когда я не знал, что Spring это пружина, вдобавок ко всему, я думал, что какой нахрен весенний двор вообще? Где вы тут весну видите? Казалось, что... Название, в общем, соответствует тому, что во что тут Соник постоянно мордой влетает. Не понимаешь значение слова секретный. Секреты не подсвечивают. Да, но это просто приводит. Мне не нравится просто, к чему это приводит, что. Для того, что, соответственно, один раз случайно попав в этот секрет, ты будешь после этого долбить во все стены, потому что... Ну а где тут еще секретом быть, правильно? И... ну, не знаю. Я понимаю, что это ведет к удовольствию от того, что через 20 тычков в стены ты в итоге попадаешь в секрет, и ты этому рад. Но я бы предпочел, чтобы награждалось не вот... такое, просто тупой перебор ничем друг от друга не отличающихся стен, а возможно какая-то наблюдательность, да, чтобы были какие-то хинты, которые позволяли бы догадаться, где секрет, и ты получал бы плюшки за то, что ты их разглядел. Оу. Ну, просто потому, что наблюдательность, она лучше, чем тупой перебор.
Уровень Starlight довольно неплохой. Да, именно про него я и говорил, когда... Блин, эти враги! Эти враги... Вот... Мне... Знаете, что самое смешное здесь? Герой позиционируется как что-то суперскоростное. Вы видели этих врагов? Они нахрен с места берут скорость больше, чем та, на которую Соник способен. То есть Соник не нужен. Я не знаю, как этих врагов зовут, но они настоящие сверхзвуковые звезды здесь. Вот. Ну да, к счастью, здесь есть Starlight Zone, и она, по-моему, предпоследняя, пятая, если не ошибаюсь. И в ней классная музыка, и в ней, ну, в целом хороший левел-дизайн. Но мне чё-то кажется, что этого мало. Когда у тебя две, ну, скорее даже полторы зоны из шести, это что-то нормальное, а не полнейшее недоразумение. Что нет? Ой. Что это за полоски висят? Ничего, это выглядит, знаете, это вот в платформере думаешь, что полоска это платформа, но нихрена, это просто какая-то дебильная декорация. I cannot go fast. Просто никак. Зачем эти полоски? Я не представляю. Может вниз сходить? Или там ничего нет? Блин, зря вниз ходил. Роботы не live, поэтому они не считаются. Ну да, действительно, они все зверушки живые. Значит, это эти все тюлени... Блин, глазастые крабы, сделанные из петухов и свиней. Серьезно, доктор Работник? Ну, серьезно, ну за... И вот это вот. Вот. You try to go fast. Зачем надо было останавливать перед... А, понятно, правда, чтобы он упал ровно по стене и ускорился, и показать всем, что он может ускоряться. Но... А, тут надо было, наверное, опередить эту штуку, чтобы попасть в бонус какой-то. Ну, хоть какое-то не такое плохое решение в этой игре. Но я привык уже, что здесь нельзя. You cannot go fast. Харам. А теперь опять медленно спуска... Вот я не понимаю разработчиков. Они вот придумали вот эти кубы ебучие, которые ездят вверх-вниз. Они всерьез подумали, что это весело. А, ну и да, самый быстрый в мире еж вот по такому холмику идет вот с такой скоростью. Сука. Коуп. Сплошная фрустрация, в общем. А, если не ошибаюсь, это пропасть. Я сейчас, наверное, это не буду туда падать. То есть тебе дают неуязвимости такой, оу, oh, yes, больше, раньше пропастей в этой зоне не было вообще. Хочешь ускориться? Тебе нужно ждать эти медленные платформы, в то время как у тебя подгоняет твоя неуязвимость, как ты хочешь мчаться вперед к боссу. А на самом деле... На самом деле ты не можешь, потому что... Потому что внизу ничего нет. Вспомнили элеватор из третьей части, с которым у меня не было проблем. Вот. Вот ведь в чем все дело. Я не знаю почему. То есть я просто попробовал на этом лифте в третьей части понажимать разные кнопки, ну и у меня быстро получилось, потому что вариантов было не так много. То есть я понимаю, почему у других проблемы возникли. Я просто говорю о том, что у меня вот их не было там вообще.
Ну и мы пришли к одной из самых ужасных зон в игре. Это подводный уровень, который... Подводные уровни вообще же все, мне кажется, как правило, ненавидят. И вот тут Соник совершенно не стал исключением. Неплохо я приземлился. О. Легенда гласит, что все вот это вот разработчики придумали по той причине, что они думали, что ежи не плавают, в то время как на самом деле они вроде как плавают. Мне кажется, тут проблема не в том, что он не плавает, а в том, что весь дизайн этого уровня — это какой-то садизм и говно, что платформы под тобой внезапно везут тебя убивать об потолок, что... Ну, сейчас еще пузыри, по крайней мере, даются, но вообще, что приходится постоянно ждать пузырей. Вот ты хочешь go fast, а ты не можешь, ты должен ждать пузырей или утонешь. Не знаю, как вообще второй Соник ухитрился случиться после того, как в первой части был этот уровень. Да. Нафиг. Тут... Ой, не, не нафиг, то есть. Понятно. Может, попробую... Уф. Close. Но пишут, что надо, типа, идеально проходить уровень. Ну, вот, мне кажется, что это тоже плохой поинт, потому что по такой логике можно сказать, что спидран доступен вообще в любой игре, и пока ты идеально ее проходишь, у тебя там будет и скорость, и все остальное. То есть в условной контре, да, какой-нибудь, от башки, от балды вообще, если говорить, да. А Супер Метроид напоминает эту зону. Не знаю, я не помню в Супер Метроиде подводного ада. Но, может быть, я до него, конечно, не дошел. Я не всю ее прошел. Даже вот этот враг, он вначале должен начать вас атаковать, только после этого вы сможете что-то... Зря я, блин, испугался первого плевка! Oh well. Только после этого вы что-то с ним сможете сделать. Так, нельзя стоять. Ага. Половина вообще элементов игры работает на то, чтобы... Не успел прыгнуть. Чтобы замедлить... Соник, и мне кажется, это не очень хорошо. Блин. Пока есть одно кольцо, бояться нечего. На концепт-артах Соник был родливее, у него должна быть человеческая сисястая подружка. Но они это реализовали в игре, которая также называлась Sonic the Hedgehog. Вообще любопытно, да, что к 15-летию Соника они выпустили катастрофическую вот эту вот Sonic 2006, где он целуется с человеческой принцессой. А, бля, бля, о, а! Уф, ладно. К 20-летию вышла Sonic Generations. В принципе, хорошая весьма. Вроде как. Мне она тогда казалась. Я недавно попробовал и что-то вообще в нее не смог. Ну ладно. А вот сейчас 25 лет, и на самом деле я рассчитываю на то, что завтра будет анонс новой части. Все-таки недаром твиттер-аккаунт Соника... Вообще лучший официальный твиттер-аккаунт, мне кажется, чего бы то ни было. Так тизерит, постоянно какие-то намеки делает и так далее. Мне кажется, что если что-то и анонсировать, то, наверное, это в годовщину. Так что я думаю, что завтра хорошее время.
Кольца. Как на выход-то пройти? Неужели под водой был какой-то... А, вот же, блин, я уже нажал. Ну и вот этот вот... Я сейчас только что осознал, какой этот момент ужасный. Здесь дофига колец. Но если тебе на них наплевать, и ты просто хочешь выйти, ты не можешь. Тебе нужно разбивать все ящики, и под ним, под одним из них будет эта кнопка. Вот тебе и кольца все. Отличный план просто. Я просто прыгнул направо, и дерьмо, которого я не видел, мне отняло все. Было почти под сотню. Я так, кстати, блин, ни разу на лишнюю жизнь не накопил. Мне надо больше сохраняться. У меня жизнь очень моментально кончится. В бонусы я не хожу. А сотни колец у меня не бывает. Ну, недостаточно осторожный. I bet you kiss girls, Sonic. О, да. По-моему, он может в неуязвимости тоже задохнуться под водой, если не ошибаюсь. И это... Твою мать, эти враги. Это тоже очень смешно. Давайте мы не будем слушать эту музыку. Скорее всего, еще придется. Впрочем. Твиттер-аккаунт Соника — лучшее, что вообще вышло из Соника. Ну, может быть, но я бы сказал, что вторая и третья части все же довольно-таки хорошие в этом плане. Чтобы прям так их опускать перед твиттер-аккаунтом. Соник целуется с человеческой принцессой, она превращается в лягушку, разламывается и с ней вылезает тюлень. Блин, если бы все было так, это была бы лучшая концовка. А, и вот этот момент, если я не ошибаюсь, это бесконечный луп. То есть можно вот просто оставить его в покое, и он будет бесконечно проваливаться. Я, в общем, не знаю, что сказать об этом, кроме того, что... Какой ужас. Вниз, окей. По кнопке вниз он слетает дальше. То есть просто прыжка недостаточно, надо было жать вниз и прыжок, и тогда его попустят. О, я до сих пор не могу туда провалиться, потому что... Ладно. Окей. Как мне Adventure? Я играл на стриме во второй Adventure, и мне, в общем-то, он не понравился. Сониковские сегменты там были неплохие, но я бы не сказал, что они были как-то на уровне с... второй, третьей частями по качеству и вообще. Скорее, ближе вот напоминали вот это море пик. Нет! Ладно. Вот, а все остальные уровни, кроме Соника, это... Ну, это какой-то стыд полнейший, там, это вообще не играбельно, особенно Knuckles этот ужасный, где нужно какие-то сокровища искать. В общем, стыдно делать такое, и я в шоке от того, что это считается чем-то прям таким культовым, крутым. Что до первой части Adventure, то, ну, там адвенчурная составляющая слишком много времени занимает и сил, и она слишком унылая. В то время как, ну, то есть ничего хорошего не дает. Блин, не стаймил. И не знаю. То есть там были приятные уровни с платформингом некоторые, но... Ч
Чёрт. Отличная комбо. Ну, хорошо, что я сохранился тут, конечно, но... Меня поражает то, что все другое, то есть враги, лава, даже лава, дает Сонику какие-то фреймы неуязвимости, в то время как Колья вообще игнорирует все и убивает его моментально. Второй, третий Соник, правда, хороши. Я вот, собственно, планирую... закончить сегодня первый и... Справа ничего нет или... А, блин, отстой. Ну ладно. Закончить сегодня первый и пройти еще и второй, ну, тоже без бонусов и поскорее. И мне кажется, что должно быть наглядно видно, насколько... Насколько второй лучше. Единственный, кто сохранится после того, как теряет жизни. Ну, тут же не жизни. Тут же кольца. Когда я остался совсем без колец, это значит, что я готов, что я могу умереть просто буквально со следующего тычка случайного, со следующей ошибки. Мне это не нравится. Но загружаться смысла большого нет, потому что я еще ничего, по сути, не потерял. Я в неуязвимости, а музыка это не отражает. Oh well. Буду ли я Марио еще какие-то проходить? Ну, то есть, мне хватило первого, я не хотел бы к ним возвращаться. Про World я готов сказать только то, что это хорошая игра. Я в нее играл, она норм. Но... Марио 64, ну, я ее... В DS-версии я в ней 100% полные выбил. Но она тоже хорошая, наверное, да. Что? Назад? Ну ладно. Но первый Марио, блин, первый Марио это полнейший ад. Все плохо. Да, чатик я встраиваю только в ретро-стримы, потому что разрешение позволяет. Я не хотел бы загораживать... Ой, это же сейчас... Нет, я не должен опоздать на это. Нет, не хочу. Стою на... Нет, ты сукин сын! Ладно, пробуем. Да, не хочу загораживать красивые игры, которые и так идут в нужном разрешении, чатом... Поэтому на стримах более современных игр я таким не промышляю. Ладно, я обогнал воду. Она бы затопила меня, и я бы тонул, и мы бы слушали отвратительную музыку. Так, в 5. Хорошо, что сделала в 5. Нельзя торопиться. Cannot go fast. Работник подождет. Ты ядрёна вошь. Не хочу в воду, нет. Ладно, еще раз F8. Нет, это самый ужасный босс в игре. Я тут, не знаю, нельзя не торопиться, потому что вода снизу. Но торопиться тоже нельзя, потому что... Как его догнать? А вот так его догнать, понятно. А, это все? Оу. Мне почему-то казалось, что там все хуже, и что надо его убивать. Оказывается, здесь его не надо убивать. А, ну и да, почти 6 минут на уровень. И тут внезапно... Foreground еще, а? Смотрите, какой... Пафосный, наверное, элемент для игры 91-го года. Ну, то есть, я понимаю, что до нее была Shadow of the Beast вообще с графоном, но тем не менее. Приятная музыка такая, приятное звездное небо, враги, которые заставляют стоять и ждать, пока они взорвутся.
Так, когда эта штука обрезетится? Соник не умеет ходить вверх по холмам. So much for super speed. Не могу с этого попуститься просто никак. Ура, две жизни. Постримить какого-нибудь нового Марио вроде Galaxy. Мне кажется, просто на это спрос не такой большой. Ну, то есть, искренне, даже мне как-то не хочется возвращаться в Galaxy. Я с Wii гораздо более интересные игры хочу посмотреть. Ладно, пофиг. Вот, вот скорость, вот. Спасибо, Соник. Нельзя начать хвалить. Нельзя просто так взять и начать хвалить какой-нибудь уровень в Сонике. Я понял, надо было, наверное, скрутиться, чтобы он туда попал, да? Нет, он раздупляется сам. Кошмар. Нет, ты... Говнюк, на тебя изнутри. Ай, да-да-да, вот прям такая скорость, я... Спасибо, игра. Ух! Отлично. Если посмотреть, в этой части очень высокие оценки. Да, 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 я вот об этом и говорю, что не было бы, наверное, смысла вообще ее вспоминать, но это же типа как The первая часть, легендарная Green Hill Zone и вот это все. Надеюсь, это какой-то ужас, это какое-то недоразумение сплошное. В общем, да, скоростной сегмент выкинул меня в пропасть, я пошел по другому маршруту и получил вот эти вот платформы, которые... Интересно, вот я все-таки смогу обрезать эти границы экрана, а? Вот тут. Ура, я смог. Вот на какие ухищрения, опять же, подразумевается, что я буду ходить? А это подразумевается, потому что жизнь в самом начале была скрыта именно за таким моментом. Стоп, здесь нету пути вниз. Здесь нету пути вниз. И пути вверх. Зачем еще сюда пришел? Да. Тупики — это вот именно то, что хочешь увидеть в игре про скорость. Как мне ситуация с Mighty Number 9? Ну, очень симптоматично, что все думали, что Инафуна какой-то там дизайн, крутой геймдизайнер и создатель Мегамена, а на самом деле он как бы просто художник. Ну и типа продюсер, ну а чё он там как продюсер делал, тоже большой вопрос. Я посмотрел... Я посмотрел видео про то, как у них там шла разработка. И это было довольно грустно. То есть там сидел полнейший 20-летний молодняк, и там Инафуна просто ходил и давал свои мудрые советы. И... Господи. Ну, неудивительно, в общем, что все так получилось. Вырежьте момент, где я хвалю скорость и вылетаю в трубу. Да, да, да. Вот таких моментов было полно в... Не, я не согласен на то, что так быстро отсюда смыться. Таких моментов было полно вот для меня вот в игре Sonic Rush, которая на DS, потому что там экран был, по сути, вертикальным. И... Очень быстро... Не, я считаю, что вы недостаточно видели этого замечательного уровня. Птички, причем низкополигональные какие-то на заднем фоне. Надо... Можно крутить туда-сюда уровень, чтобы вас мутило еще больше. И еще нужно... Еще нужно обязательно прошибать с собой вот эти вот ромбики, чтобы открыть путь глубже.
то время как уровень вертится вокруг вас. И ничем нельзя не управлять, потому что все из-под вас уезжает, и стены в итоге тоже ломаются. Нет, ладно, хорошо. Стены в итоге тоже ломаются, вас выкидывают, в общем, это ужас. И при этом здесь в первой части эти изумруды, насколько я помню, не дают ничего, кроме того, что в конце вас работник не будет троллить за то, что вы все не собрали. То есть здесь нет суперсоника, здесь нет никакого профита просто даже за собрание изумрудов. Вот, насчет уехавшего уже сообщения про то, что Sega за один год сделала другую игру, я просто хочу напомнить то, что... Вот это, вы видели этот отличный момент сейчас? Я охренел. Он несся на полной скорости, и когда он увидел Холм, он просто лег и закрыл голову руками. Нет, только не Холм, не пойду. Я же... Давай, пошли в шопу, игра, я не могу с тебя. Я хочу напомнить то, что у изначального Соника, да, было два дизайнера. Один из них художник, а второй программист. И вот что характерно, тот, который был художник, Наото Осима, он же пошел и после этого сделал Sonic CD. И вот насколько я и ругаю сейчас на первую часть, я просто по-любому, я предпочту ее Sonic CD просто anytime. Давайте я попробую на верхний путь. Блин, так. Уф, ладно, может быть, здесь будет лучше. Нет, не надо, нет, не уходи от жизни. Ура. Вот, Sonic CD из всех двумерных Соников, я его прошел не так давно, когда он вышел на PS3, я его купил. Я жутко пожалел, да, худшая часть из двумерных Соников, по-моему, by far. Совершенно ужасная идиотская механика. В общем, там плохо совершенно все. Уровни эпилептические примерно, как тут бонусы. Концепт с перемещением в прошлое, он, конечно, любопытен сам по себе, но он реализован ужасно. Там как раз нужно go fast, а уровни выстроены примерно как здесь. И стопперы просто ждут на каждом шагу. И why would anything nice ever happen? И все, и там боссы ужасные. Я помню, я мучился с последним боссом какое-то непотребное количество времени. Блин, в общем, мне кажется, что Sonic CD дизайнили те люди, которые дизайнили вот это вот. Вот то, что вы сейчас видите, вот создатели этого, походу, дизайнили Sonic CD. Зачем в жизни, если есть сейв-стейты? Сейв-стейты же у меня тоже ведь на мануале. Я могу, допустим, долго забыть их делать, и тогда все будет плохо. Пускай уж будут жизни на всякий. Я вот на втором боссе, например, сейв-стейт, по-моему, не сделал вовремя. Или когда-то типа того. Стрим CD... Вот, я отказываюсь. Я отказываюсь играть в Sonic CD. Просто я не хочу больше... видеть этой игры вообще никогда. Ну или может быть только как-нибудь совсем потом, но просто вот no. Спасибо. Нет! А как? Чувак, тут вниз можно! Ладно. Файн. Так вот, да, есть два дизайнера в итоге. А тот, который программист,
Лучший момент. To be continued. Тот дизайнер, который программист, в итоге сделал вторую и третью and Knuckles. И, в общем-то, не то, чтобы мне сильно нравился Юдзи Нака, ну, потому что потом он сделал Адвенчера. Вклад его и его команды в то, чтобы Соники стали чем-то не стыдным, в общем, сложно переоценить. Что особенно забавно, это, насколько я помню, что, в общем-то, только первую часть и дурацкий Sonic CD делали в Японии. А вторую часть и прочие Нака и остальные уехали вообще в Америку делать. То есть, в общем, японцы не осилили создание хороших Соников совершенно. Только эмигранты. Принципиальная игра без быстрых сейвов. Без быстрых сейвов у меня просто стрим бы сильно застопорился. Блин, я и так уже в график что-то не укладываюсь. У меня до сих пор Starlight, а уже час прошел. Ладно, вторую часть, с другой стороны, я проходил за 40 минут как-то. Значит, не так страшно. Блин. Недолет. Вообще никуда. Сошел с дистанции. Я вообще себя хотел в работника бросать. Но походу надо бросать эти фигни. Ой, а меня можно? О, нормас. Все можно. Все можно, когда ты ежик. Ладно, это по крайней мере забавно. Не укладываюсь в график, да, потому что Соник слишком медленный. Черт. Самое забавное, что потом Осима запилит еще Блю Дрэгона. Серьезно? Он над Сакагучевским... Нет. Да. Над Сакагучевским Блю Дрэгоном работал? Ну, вот, да. Ладно, пускай меня вниз теперь. Нет, и здесь тоже это. Арт-дизайнер Блю Дрэгона? Не, я просто помню, что Блю Дрэгон просто для меня это Акира Торияма, которого я не переношу примерно так же, как и Мотому Торияму. Но... То, что Осима еще и арт-дизайн делал, это очень интересный факт. Ну, в общем, да... Его дизайн нет. Внезапно какие-то пилы пролетели. Что вообще происходит на этом уровне и почему? Да.
колечко, нет. Ладно, попробуем без колечек. Темы из бригады в миди-версии. Блин, я, к счастью, не смотрел бригаду, но... Мне кажется, эта музыка, она в целом неплохая, уровню подходит. Она какая-то совершенно адская, как и уровень. Новые враги, какие-то беременные ядрами фиолетовые мишки, из которых тоже петухи влезают. Или это свиньи? Черт, я даже не... А, Осима все-таки не работал над Blue Dragon, но он является основателем конторы Artoon, которая работала. Вот оно что. Не, я вообще не помню, что... По-моему, и Осима, и... И Нака, в общем, ничего... Класс, стоял и сгорел. А, ничего толкового не сделали после ухода из Sonic, из Sonic Team, да, и я бы... Я бы сказал, что Осима, наверное, ничего вообще хорошего не сделал, судя по первой части и по Sonic CD. То есть, вот серьезно, в данном случае у игры главная redeeming quality заключается в том, что тебя... враги практически не убивают, пока у тебя сохраняются кольца. И, в общем-то, это позволяет пройти эту игру, потому что если бы здесь был какой-то хелсбар или вообще враги ваншотили бы, то ничего бы не вышло. Отлично, ускорение прямо перед преградой. Осима, по информации Вики, занимался теми мувиками для адвенчера. Теми? Накидал аптечек на уровень вперед. Но это если они у тебя сохранятся, еще какие-то аптечки ты можешь накидать в принципе. Здесь, например, после того... Ну, я, в общем-то, уже достаточно много прилодился, и в принципе было понятно, как тут... И звук этот еще невыносимый. Играл я в Sonic RPG? Нет. Я после того, как друзей Соника стало больше двух, я перестал играть в игры про Соника и, в принципе, всем остальным того же советую. Единственное, как я вернулся на Sonic Colors, там, где вроде этих... в общем, их уже не было там, его друзей-дебилов. Потом я продолжил в Generations, где все было вроде бы хорошо, и... Ну и попробовал то, что дальше, то есть это Lost World, на ней я опять расстроился. Ну и когда я увидел Sonic Boom, то... Ну, как говорится, ой, все. Спасибо, тайминг. Story Event, это делал Осима в
Адвенчере. Ну, стори-ивенты там, в общем-то, очень смешные. А, что? Что? О, нет! Не нажимай эту кнопку! То есть, вот игра, она как бы понимает то, что Лабиринт Зон был самым ужасным дерьмом здесь, и отправляет игрока в его повтор, даже несмотря на то, что зона вообще не та. То есть, это такая замечательная киберзона, которая проваливается в фиолетовый лабиринт. По-моему, она называлась киберзона или типа того изначально. Я уже немножко забыл. Это игра. В Аладдина поиграть? Да, я во все диснеевские игры с Сеги планирую поиграть как-нибудь с копом. Посмотреть на них все сразу. Продюсер на Yoshi's Gravitation, Yoshi's Island, Yoshi. Короче, создатель Соника пошел работать над Марио, если вкратце. Так, давайте я, может быть, на дно уйду и возьму тут какой-нибудь кислород, например. Брейн построил на руинах лабиринт, очевидно же. Но почему тогда я не вышел из лабиринта в Скраб Брейн? Зачем я попал в Старлайт? Это... Да, мы сейчас начали сюжет обсуждать. Скоро прям действительно во ФНАФ ударимся. Тут 10 игр на Сеге про Микки Мауса и Дональда Дака. Не, ну я не про это, я больше про современные. Ну и к тому же я честно, я играл только в Quackshot, наверное, из таких. Но игра. Спасибо, игра. Хотя, чё я? Ага, ага, ага. И сейчас Осима сделает Mario and Sonic at the Sochi Olympic Games. Да? 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 Делал он Сочи или только Рио делал? Кажется, все-таки... Не, не сдамся. Квакшот планируется ли? Честно, я вот даже не вижу большого смысла, потому что... Вроде бы это была просто хорошая игра, и я, может, ее запустил бы как-то так мимолетом. Потому что... Совершенно как-то нечего о ней сказать. Круговорот создателей Соника в природе.
Он сказал такой круговорот вокруг Соника и вокруг Марио тоже. Ну твою мать! Так замечательно, как... Когда ты прыгаешь куда-то, там из стены вылетает хрень, которую ты не можешь видеть, и она валит тебя в лицо. Ладно, все. Последняя зона. Да. Окей. Ой. Глюки преследуют меня повсюду. Спасибо, игра. Даже не знаю, вот тут... Наверное, реально надо загружаться времени ради, потому что... Постоянно не знаешь, в какой именно колонии он окажется, и можешь, ну вот типа того, можешь оказаться там, где его вообще невозможно стукнуть. Очень утомительное, на самом деле, занятие, потому что приходится, ну, просто гадать, где этот хрен появится. И не всегда это получается. Значит, приходится просто ждать. Видишь, что он вылез не с той стороны, ударить нельзя. Довольно дурацкий босс. Ну, то есть не такой сложный, но вот... Но искусственно затянутый. За счет вот этого рандома. Ну, да. И чё? И всё. Ёжик смотрит на то, как Яикин улетает, после чего бежит в обратную сторону и... влетает в камеру. Пальцем. Выкалывает глаз в камере. Ладно. С вашего позволения, я не буду смотреть концовку, потому что времени вообще дофига, и я хотел бы, черт возьми, уложиться. Яс! Уложиться все-таки со второй части, поэтому попробую сделать ее спидран сейчас, может быть, по возможности, не знаю. Пофиг. Ага. Ага, угу. Окей, кажется, я какой-то неправильный ROM загрузил. Ладно, давайте попробуем еще раз. Человек сам инкоррект мне что-то постоянно пишет. Может, я какие-то глючные ромы взял? Тогда идет в тактику, сейчас все серьезно? Да не! Во, сейчас уже не улетел. Ну... Не надо мне припоминать мои слова про спидран, когда у меня ничего не получится, но... Естественно, к этому надо как-то готовиться более обстоятельно, а не играть в эту игру 5 лет. Но 5 лет назад я все-таки в Sonic 2 взял трофей за пройти ее за 40 минут. Нормально. А, ну да, отдельный трофей был, по-моему, за полминуты пробежать первый акт, если бы не эта пружина. Что было. Да, наверное, я вначале какой-то хак запустил. Это вроде бы уже нормально идет. Вот, то есть сразу же, вот что мне здесь нравится, то есть платформинг-то есть, разные эти этажи есть, и на верхних этажах, естественно, более все профитабельно.
но при этом сразу же есть ускоряющий айтем, который дает ежу, ну, действительно скорость. Вот это скорость. Не какая-то там хрень, опять за полминуты добежал. Вот это Соник, вот это скорость. И как бы в уровнях есть все равно что исследовать, есть эти и секреты, и бонусы, и прочее. Готовится как в смысле, как в фильме Рокки. Нет, ну просто хотя бы, ну блин, когда планируешь проходить спидран, то, естественно, здраво пройти как бы разок, просто на уровень посмотреть. То есть, например, знать, что если я там бегу поверху, то я врезаюсь в пружину, которая меня назад выкидывает, и этого делать нельзя. Ну, как видно, без подготовки 1.5 минуты на всю первую зону. Вот это скорость. Вот это я понимаю. Вот этот уровень уже, конечно, будет помедленнее. Ну, не во всем. Но тем не менее. То есть... Тут довольно много скоростных сегментов, но есть и вот эти вот дурацкие квадраты, к несчастью, которые заставляют форсированно остановиться. Их не так много, как мне кажется. По-моему, был трофей за спидран и этого, но я, кажется, его провалил уже, спидран и этого уровня. Тоже надо понимать, какой маршрут наиболее оптимален. Если в первой локации это было более очевидно, что нужно идти поверху, то здесь маршруты куда более запутанные. Ай-я! Минута, ну ничего так. Игрофон, да, вот опять же, по сравнению с первой частью, вторая выглядит, ну прям, ну настолько лучше, просто вау. Так, не надо смотреть в чат, когда бегу вперед. Оп, ладно, меня выжимает. И да, ремейк этого уровня в Generations действительно очень классный, и ремиксы, ремикс просто замечательный. Ну, то есть мне и здешняя музыка очень нравится, но, в общем, там все круто, да. Про Generations этот уровень я готов рассказать вот что. Там в Generations тоже за ачивками я гонялся, и там есть ачивка за прохождение Chemical Plant, не как бы не ныряя в воду, не кос... вот такое вот было условие. И в общем, оно, фишка была в том, что оно касалось уровня, который, ну, современный Соник, потому что он там по воде умел бегать, и вообще у него уровень-то был совершенно другой. А я не обратил на это внимания и, в общем, нашел какой-то совершенно дичайший способ пройти уровень за классического Соника, вообще избегая воды. Вот. Вот после этого я оказался, ну, очень впечатлен Generations, потому что это значило, что действительно все... Какие-то цвета ненормальные сейчас пошли, по-моему. Возможно, дело в эмуляторе. Я не помню, чтобы здесь был настолько едкий цвет. Да, то есть уровень настолько нелинейный и настолько позволяет вот... какую-то в оригинальный подход с использованием там обилок разных и прочего, что можно пройти с таким условием, которое вообще при создании уровня изначально не подразумевалось. Вот это круто. Так, на этом боссе можно утонуть. Теперь чат кажется медленным по сравнению с игрой. Он протянул мне злого бухла. Оу!
упасть в воду во время анимации взрыва работника было бы очень иронично, но... Ну и к слову о музыке, мне также очень нравится то, как звучит следующий уровень. Тоже по музыке, по-моему, очень классный. И по стилистике, графике, вот этому всему. Aquatic Ruin замечательный. Падал все время и бросал игру на этом уровне. Ну, странно. Не, понимаешь, если провалиться под воду, то там весь фан потеряется, потому что подводные уровни — это дно. Но вот если поверху идти, то, по-моему, уровень очень доставляет. Это тема из какого-то аниме? Ну, тут я не знаю. О, нет. Не надо под воду. Я только что прошел лабиринт зон. Пощадите меня. Нет, Соник не знает пощады. Класс, а циферки продолжают тикать. Ноль, я умру? Тейлс умер! Блин, это для него были циферки. Офигеть. Я утопил Тейлза. Подводные уровни — это дно. Ну, действительно. Тут даже не поспоришь, как мне кажется. Все так и есть. Бля, я не туда пошел. Не туда разогнался. На самом деле, я больше всего ненавижу подводные уровни за инерцию. Вот. И так непросто, так еще и персонаж не очень тебя слушается. It's a trap. Мое детство закончилось, когда я узнал, что Тейлз пацан. Но, блин, его же зовут Майлз. Тут даже пишут сразу же, что... Так, стрелу подождал. Что его зовут Майлз, а Майлз весьма себе пацанское имя. Как у Эджварда. Нормально. Он не триггернулся, пока ему не освободил колонну. Я уж думал, что все заглючило из-за того, что Тейлз создал тайм-парадокс. Ах ты, скинсэн. S is for Sonic, who needed some air. T is for Tails, who also was there. Хорошо. И, ну вот здесь, честно говоря, я не фанат. Мне кажется, что это тот момент, где Sonic, ну, kinda jumped the shark. Потому что, ну, блин, ну, я понимаю заводы там, да, когда у тебя работник и так далее. Я понимаю всякие няшные там руины и зеленые холмы.
Но казино со всякими джекпотами... Что? Зачем? И оно декорировано под Соника еще вдобавок ко всему. Вот знаю, вот я не могу как-то с этим смириться. И Carnival Night мне тоже очень не нравится. Блин, мне надо было на эту штуку садиться. Да тут даже не то же дело, что азартный человек или нет. Мне именно в плане... Мне как бы с точки зрения механики мне эта зона нравилась, потому что тут интересно собирать кольца, да, как раз можно было играть в эту азартную штуку, зарабатывать на ней сотни нефти жизни, то есть и... Блин, но вот этот вот Spring Yard Zone, который здесь творится, это полный Spring Yard Zone, и что, в общем-то, ни хрена не комплимент. Это ужасно. Все эти вот пружины, это ужасно. И, в общем, да, я не знаю. То есть мне нравится вот эта вот штука, конечно, сама по себе, что здесь всякие возможности побольше очков заработать, побольше монет, не знаю, на азартные штуки и прочее. Но как-то это все неуместно. Казино построено на индейском кладбище, обычно. Ламповый город. Ну да, ламповый город, в принципе, можно сказать, был и в Starlight, и в Chemical Plant. Ну там, конечно, не такой ламповый, потому что сам уровень не ламповый. Ну, мне... Город нравится, казино не нравится. И пружины. Ну да, в Carnival... Здесь просто... Да, музыка мне здесь тоже совершенно окей, а вот в Carnival Night совершенно не окей. Как мне спинбол? Я попробовал его как-то минут 5, я ничего не понял. Мне должно быть приятно, я дропнул его моментально. И да, что-то я по скорости сейчас в карнавале сильно просел. Я же хотел фаст, и, блин, из-за чертовых пружин я не смог фаст. Ну и да, здесь, конечно, тоже надо знать маршрут. А я все забыл. Не долетел. Майлз. В общем, да, это казино, оно создает неправильное впечатление о том, что тебе тут рады. А тебя тут всякие враги долбят. По идее, на этом уровне герой должен терять больше колец, чем находить, но он может, конечно, что-то потерять. Но на деле здесь самое минимальное количество врагов. И есть еще очень хороший шанс заработать вот на этой штуке. Вот на этой штуке. Но я сейчас все потеряю. Все как вы заказывали. Ну, блин. Главный урок, который разработчики не вынесли из первой части, это то, что вот все эти рикошетные пружины, это ужас. К несчастью. То есть, конечно, ну, с одной стороны, это не так сложно, как враги. С другой стороны, это, ну, враги, по крайней мере, какой-то челлендж, а здесь просто долбись в уши, пока тебя наконец-то не получится правильный угол выгадать. Блин, зря я полез.
Ладно. Давайте начнем с момента получше, когда Тейлз огребает. И да, босс сделанный из рикошетов. Самый надежный способ, да, насколько я помню, почти помню, это отпрыгивать от стен. Потому что так ты, по крайней мере, себя контролируешь. И, в принципе, можешь прыгнуть прямо в нужную сторону. А с этими штуками нет никакой гарантии, что... Нет! Одно. Ему пару ударов. Или один. Один. Хорошо. Пен говорит, что Марио игра для взрослых. Ну, естественно, что ему еще говорить? Он же пиарщик Марио. Ну и я просто I fucking love this music. Она прям вообще. Не то чтобы я был фанатом уровней славы, но, кстати, здесь лавы умеренно не так много. Музыка хорошая, бэкграунд с этими облаками тоже очень классный. Правда, почему-то называется Hilltop, а холмы вроде бы как над облаками так не должны торчать. Но вообще, по-моему, весьма себе образцовый сониковский уровень. При том, что он даже не такой быстрый. Вот он как раз довольно медленный, но не настолько болезненно медленный, как в первой части. Тут сплошной платформинг, можно сказать. Так и чё, и куда я пришел? Или это направо... А, это дорога. Подумал было, что стена. Испугался, пошел. Все разломал. Это не облака, это туман. Ой, ебан. Пиздец, я опять зачитался чатом и не посмотрел. Так, вот. Во-первых, я не верю, потому что туман так... с такой скоростью, типа как обычно, не летает. Во-вторых, самое важное здесь — не дать Тейлзу приземлиться. То есть это тот уровень, где Тейлз вас может сильно андермайнить, этот, вот именно этот вот AI-управляемый Тейлз. Он что делает? Он садится на лифт вперед Соником и уезжает, и Сонику ничего не остается, кроме как падать в лаву. И да, здесь этот сегмент, который потом еще в третьей части появится, про... Блин, я все тороплюсь. Меня как бы игра подталкивает торопиться, а там лава. Ну ладно. Где надо поспешить, иначе тебя расплющит. Ну, что-то тоже неплохо. То есть скорость небольшая, но она и не медленная. This music is a fucking... Да. Это не туман, это дым из горящих шахт. Likely. Спидран приуныл? Да не, нормально. Не так, чтобы уж и тормозил, в принципе. Ну, то есть, может, не за 40 минут, но за... За 50 вполне, наверное, смогу. Вот, еще мне кажется очень здравым решением разработчиков ограничить зоны двумя уровнями и сделать большее разнообразие, собственно, зон. Ах, этот сегмент.
Бонус уровень тут посложнее, чем в третьей. Ну, вот, как сказать, я не могу в бонус уровне третьей части вообще. Когда Соник там разгоняется, он разгоняется постоянно, то я просто не могу следить за ним и нормально управлять. Давайте посмотрим один бонус уровень. Не так страшно, как для спидрана, тоже 1.5 минуты. Да, бонусы во втором Сонике — это Half-Pipe, в котором из поворотов тебя вылетает куча дерьма, и ты не собираешь свои кольца и теряешь их и так далее. По сути, если первый уровень еще довольно простой, естественно, он будет простой, то последние надо выучить просто наизусть, чтобы знать, где именно что собирать. И... А, ну еще нужно играть без Тейлза, потому что все то, что собирает он, естественно, моментально теряет. Вот на этих вот минах. Ну и, естественно, невозможно предугадать вот с такими поворотами, с какой стороны кольца поедут. Невозможно, естественно, среагировать, когда ты их увидишь. Вот. Я брал все изумруды, но это ровно один раз, когда я собирал все трофеи как раз в Sonic 2 для PS3. И собрал. Но да, это был единственный раз, когда я вообще видел Супер Соника. Ну, то есть тоже видел, читерством-то я, конечно, видел его. Но когда я сам его добывал. С другой стороны, ну, по крайней мере, в этой игре есть, да, мотивация ходить в бонусы и получать эти изумруды. Что ты действительно получаешь имбовую обилку, которая делает тебя... Колец 0. И меня выкидывает на босса. Блин, вот я своевременно решил сходить на... Подлость! Своевременно решил в бонус заглянуть. Прям лучшее время для этого. Может, тут где-то колечки будут? Да. В общем, Sonic 2 очень интересно поступает с кольцами и бонусами. То есть, когда заходишь в бонус, у тебя резетятся все кольца, но они при этом обнуляются на всем уровне. То есть... Ах, надо было держать кнопку. Well, shit. Не, вы видели этот чудесный момент? Тейлз его ударил, у босса пошли фреймы неуязвимости, и я из-за этого пролетел насквозь него и утонул в лаве, вот почти как сейчас. То, что собирает Тейлз, это то, что ты не собрал, мне пишут про бонусы. Но я напомню, что там Соник и Тейлз, если мне память не изменяет, там Соник и Тейлз меняются местами во время прыжка. И мне так казалось. И поэтому Тейлз может оказаться впереди и собрать... Ну, собственно, все собрать. Таинственная пещера. Ну вот, не знаю, конечно, как относиться к ней именно как к зоне для Соника, но, в принципе, почему и нет, пещера довольно атмосферная, умеренно скоростная, не слишком, но, ну, достаточно, чтобы не жаловаться. Враги в целом нормальные. Хотя, конечно, нет, эти светляки довольно противные, потому что... Тейлз. Блин, вот у него время для респауна классное. С неуязвимостью все равно блоки расплющит. Ладно, в бонус я больше не полезу. Хватит, я хочу поскорее пройти.
Вот тут интересный очень выход с уровня. Для него надо именно вот сюда наверх забраться. То есть можно ходить внизу кругами, если не догадаться дернуть за эту штуку и вылезти наверх. Еще, по-моему, тут можно свалиться в бесконечную дыру с шипами. Если ты Супер Соник уже к этому моменту, и ты падаешь в эту дыру с шипами, то тебе остается только сидеть на этих пиках точеных, пока у тебя не кончатся все кольца, и ты не диспаунишься в обычного Соника и не умрешь, потому что иначе ты умереть там не сможешь. Ай-яй-яй. Не знаю, наверх, наверное, это надо попробовать все-таки сходить. Так. И зачем? А, вот зачем, чтобы я не садился на колья. Не то. Вопрос в чате, были ли на Сеге пиратки, меня, конечно, очень сильно удивляет. Если бы их не было, я бы, естественно, в это все не смог поиграть. А, да, эти тормоза, когда из него вылетает много колец. Обязательный атрибут старых Соников. Что-то сзади Тейлз мостик только что обрушился, судя по звуку. Вот, ну, у меня уже даже комментариев по геймплею особо нет, потому что, ну, вот серьезно, тут все совершенно нормально. Вообще, придираться не к чему. Тейлз мог бы ударить, например. Я, впрочем, от тебя хочу. Еще мне нравится, что здесь боссов тоже можно очень очень быстро бить. То есть несколько ударов просто комбо за раз сделать — клевое дело. Некоторых можно буквально с одного захода таким образом убить. Возможно, с помощью Тейлза, потому что он тоже постоянно так на них прыгает. И довольно резкий переход. Нефтяной океан. Вот локация... Не знаю, как-то двоякое ощущение здесь. Она, с одной стороны, какая-то очень пестрая. А с другой, блин, тут действительно нефтяной океан, и везде вообще сплошная нефть, и это как-то эу. Ну, опять же, хорошая музыка. Все не то же. Окей. Уровень из новой игры Кодзимы, точно. Ридус съездил в Oil Ocean, обмазался там, и у него все киты умерли. Экологический комментарий. Ну, возможно, да. Музыка с ближневосточным мотивчиком. Вот так, кстати, да. Что-то есть. Каков комментарий-то, а? Какая глубина? Тогда уже нефтяные вышки в Дубае стояли, но не знаю. 92-й год. Вау, я в какой-то секрет попал-то.
Тейлз в роли младенца. Ну да, он постоянно умирает. Правда, Соник не плачет о его смерти никогда. Ему наплев... What the fuck did just happen? А, понятно. Насчет, кстати, старых Соников, да, что еще резонно вспомнить, это четвертого Соника, у которого вышло два эпизода, и первый это переложение первого, а второй это переложение второго. Не знаю, чат, расскажи, вот как ты к этому относишься, потому что я как-то не знаю, у меня довольно какое-то среднее такое отношение к ним, то есть вроде бы и неплохо, но с другой стороны как-то вторично. Блин, че я нажимаю вообще опять? О. Поставил европейский регион, сразу все сплющилось и затормозилось. Кажется, вот какая-то дискриминация есть. Ну то есть да, пал. О, спасибо. Пал регион и все такое. Что работник делает wrong? Ну, на мой взгляд, если чтобы создать меха крабов и меха летучих мышей, он зачем-то не берет крабов и летучих мышей, а вместо этого... Ну вот смотрите, смотрите, это морской конек, да? Внутри какой-то ебаный тюлень, это тюлень! Зачем ему делать конька из тюленя? Зачем ему делать из тюленей, ну, собственно, крабов и прочее? Так, этот лифт вообще вниз поедет, нет? Нет? Он обрезетится, нет? Да. Первый эпизод так себе, второй получше. Ну, вот мне тоже так запомнилось. Но мне также помнится, что во втором был абсолютнейший Oil Ocean. Вот прям... Кстати, на этом уровне же был глюк. Я помню, еще в Великом Драконе читал про то, что... тут же... в какой-то из этих, по-моему... комфорок, можно было впечататься так, что Соник перманентно на весь этот уровень ускорялся и становился там... В Великом Драконе этому дали даже название, типа там Ультра Соник или что-то типа того. Вообще это тенденция давать чему-то название очень забавное. Там даже отдельное название дали ситуации, когда приходишь сюда за Супер Соника и этим глюком ускоряешься. Купаемся в нефти. О нет. Я попаду вообще? Наверное, нет. Ладно. Но тут приятно то, что в нефти Соник тонет далеко не сразу. И он может вылезти, то есть может буквально вообще уровень пройти по низу и потом просто вылезти вот в этом сегменте. Воу! Воу! Так. Нет! Только не в нефть! Не хочу в нефть. Я там уже был сегодня. Гиперсоник официально есть в Sonic 3 & Knuckles? Вау. А, это если собрать вообще все. В смысле, все 14, да? Я там просто не мог никогда собирать их. Мне становилось дурно, буквально уже на третьем-четвертом бонусе я сдавался. Хотя игры мне нравились, для меня бонусы просто поставили на этом крест. И вот там, то есть если здесь награда это просто очень крутая суперобилка у героя, то там наградой за сбор всех секретных штук был, насколько я помню, трушный финальный уровень. Которого я из-за этого, естественно, никогда не видел. И от этого мне очень грустно.
Да! Ну вот. Не вылезая из нефти. Это МГС-2. Вообще что-то есть, да, вот эта нефтяная вышка и вообще оранжевый фон, кстати. Вот что интересно, в МГС-2 ведь все было оранжевым. И начинается ад. Местный скрэп-брейн. Ладно, пофиг на кольца. Надо бежать. Блин, забыл. Здесь был какой-то твист у этого уровня, чтобы не слишком долго страдать, кажется. Или чтобы не попадаться в бесконечный вертикальный луп, или что-то в этом роде. Но я уже забыл про это все. Вот. Ну, да, Метрополис я не одобряю. Здесь враги очень гнусные, здесь платформинг очень гнусный, все сложно и не особенно быстро, и тут три акта вот этого ада. Кажется, читал, что на самом деле их как бы должно быть два, как обычно, а после них должен просто идти, должна была идти отдельная зона. Genocide Zone. Ну, которую просто в итоге отменили и переделали в третий акт Метрополиса. Ой. Может быть, мне все-таки туда сходить? МГС-2 был бы, если бы первый уровень за Соника, остальное за Тейлса. Но ведь за Тейлса это супер легко, он же летает, он же читер. В МГС-2 ведь наоборот смысл был, что ты берешь какого-то слабака и тащишь его. А здесь... не знаю, Тейлс всегда производил впечатление персонажа, вот которого просто можно брать, и он как Кирби. Проходит все напролом, летит, пропастей не боится. Ну, я имею в виду сейчас третью часть, где за него прохождение именно таким является. Во второй, по-моему, он не летал, да? А, ну вот же, это бесконечное падение. Кажется, меня вынесло куда надо, на счастье. В третьих частях хорошо, что музыка меняется. Да, да, мне тоже очень нравилось, как... Это, в принципе, музыка в других актах звучала как ремиксы на те темы, что были в первых, соответственно, актах, то были во вторых, но... Это очень сильно освежало уровни, и к тому же там очень часто вторые акты заметно отличались от первой, чего здесь, в принципе, тоже еще не было. Йоч! Вот это сейчас хорошо было. Ладно. Нет, ну... Твою мать, Метрополис. Как я тебя ненавижу. Фух, хорошо. Если предыдущие уровни были в массе своей нелинейные, то это вот уже какой-то полнейший лабиринт, и
я этому не рад, потому что здесь очень легко... То есть вообще невозможно понять даже, куда ты стремишься за счет того, что... Ну, во всяком случае, первая карта вообще имеет вертикальный луп, и... нет никакого понимания, вообще идешь ты вверх, или ты на самом деле, наоборот, оказался опять на дне. Но... Но... такие дела... Крабы. В остальных зонах можно было с безопасностью для себя просто в форме шара прокатиться и всех врагов, ну, убивать автоматически. А в Метрополисе оба типа врагов валят тебя до того, как ты к ним вообще можешь до них дотронуться. Тейлз не прощает. Сука! Ладно, я тоже не прощаю. Что-то в этом есть, что они выкидывают свои клешни, после этого стоят безоружные и смотрят на тебя, а ты такой... Нет! И убиваешь их. Стремиться надо вправо. Но тут не всегда возможно вправо. В том-то и дело, что вот сейчас мне надо было пойти налево, чтобы у меня открылась дорога направо. И... Сложно понять, где именно будет этот правильный... Путь. Я куда-то влево иду, и чё там? Каждый раз я прохожу Метрополис, просто думая, что, ну, если я куда-то иду, то туда мне и надо. И, ну, мне кажется, это не лучший подход, когда просто, ну, не знаю, бездумно прёшь, и даже не знаю, что есть, не знаю, какие-то развилки, куда они приведут. Да, slow run. Не, Метрополис это всегда какой-то слоуран полнейший. Это самый худший уровень, и самый сложный и худший, естественно, для спидранов. То есть первые этапы, да, там вот они за минуту пролетаются, и при медленном прохождении в них можно много чего найти. Нет! Сволочь. Как вернуть? Хотя ладно. Понятно. Надо разогнаться лучше. Лучше. Нет. Не, ну ядрёно в ложь, а. Везде подлости. Ладно, сейчас я вообще медленно буду. В тот раз быстро прошел, сейчас буду медленно. Во, хорошо. Слишком много шансов расплющить себя потолок и прочие другие вещи. А, поэтому на спидранах его багом проскакивают. Ну, этого я, кстати, не знал. Я, по-моему, его... По-моему, я его честно проходил. Я думаю, что баг бы я запомнил, если бы я его юзал. Тарам-там-там-там. Так. Вот мне, честно говоря, мне непонятно, зачем
Galaxy's Tales. Вот, честно, он, конечно, какую-то компанию составляет, но толку от него очень мало, и он как-то в игру ничего не привносит. Вот от этого, от этой беготни вдвоем, когда он еще может и помешать, и вообще постоянно вынужден деспауниться и прилетать откуда-то сверху. Блин, и вот он вот чего-то это, и этим вот занимается постоянно. Не знаю, вот я не ощущаю, что он, что Tails это вообще была хорошая идея. Tails был ошибкой. И третью часть я тоже в соло стараюсь все время проходить. Да, я знаю, что второй игрок может им играть, но мне кажется, вот его, именно его добавление в синглплеер... Твою мать... Ты, вот, вы видели, вы видели? Вы посмотрите, вот видите, что этот пидрило сделал? Он остановил штуку, которая мне нужна была, и после этого пытался увести еще одну штуку, которая мне нужна была. Эй, вы видите, насколько Tails был ошибкой? Он меня спас. Ну, не знаю, он начал увозить платформу наверх и мог бы ее увести дальше нужного. Еще он мог меня в хилтопе убить. И вот... этот босс тоже был ошибкой. Ну, блин, поехали. Ладно, скорее всего, буду релоудить. Ну, спасибо, игра, спасибо, да. Ладно. Вот эти псевдо-3D ухищрения никогда ничем хорошим не заканчиваются. То есть здесь, не знаю, я не могу для себя определить, когда именно вообще толком здесь нападать можно и так, чтобы не огрести. В общем, в принципе, снизу, наверное, можно было бы, но я до этого пробовал и огребал. Да, снизу, наверное, безопаснее. Просто они слишком быстро, слишком истерически как-то крутятся. И учитывая то, что мне нужно еще время на то, чтобы до него долететь, со стороны атаковать тут становится, ну, совершенно невозможно. И вот эта вот псевдо-трехмерность меня очень сильно будет убивать на последнем боссе. Для меня... Я проходил Sonic 2 просто огромное количество раз, невероятное, но я... Но последнего босса я убивал не так много раз, потому что там нет спасительных колец. И черт возьми, это псевдо-3D. Вот. И вот тут, кстати, по-моему, очень классная вообще идея такого... очень спокойного уровня, который идет между очень злыми уровнями. Смотрите, вот тут... Что вы видите? Какую-то маму-черепашку и на ней ребенка-черепашку. Убиваешь его, оказывается, что... Вау, это черепаха, вот этот твист. Предыдущий был петухом. А маму-черепаху вообще никак нельзя спасти. Опять же, думаешь, что в пропеллеры нельзя соваться. Нет, на самом деле им в днище нельзя соваться. А, ну и еще я в небе только что раздуплил черепаху, она, естественно, упадет, и у нее расколется панцирь насмерть, и все. Ну и что уж говорить про этих петухов. Окей. Вот, еще очень прикольно, что этот следующий уровень тоже так показывает. Вот, чистит, видишь, какой он здоровенный, и как бы такое получается превью того, что тебе придется проходить дальше. That was close. Под приятную музыку гибнет небольшая ферма. Да.
Ёж разоряет ферму. Почти катсцена. Надо успеть спрыгнуть, кстати, иначе улетишь в ад вместе с твоим другом Тейлзом. Ну, уровень, ну я бы сказал, довольно атмосферный все-таки, да, вот ощущается, что это такой финал. Но, боже мой, насколько же он подлый с вот этими штуками, которые тебя отправляют вперед и почти в пропасть. А тут я вспоминаю Шиноби. Шиноби, конечно, было гораздо покрасивее. Байонетта 2? Не знаю, вот ее я и не видел. Но... Gunstar Heroes? Sonic 2 явно был раньше всего этого. И опять же, вот как насколько кардинальное отличие от первой части. Ауч. Вот, что здесь что любопытно, что уровень-то сделан не из копипастных тайлов, а вот, ну, какой-то целостный один гигантский самолет воспринимается. Действительно, как какая-то фортресс, в конце концов. Вот, и он, насколько я помню, довольно недлинный, но тут можно вылететь в пропасть очень легко в одном из сегментов. Не в этом ли? Нет, не в этом. Блин, да, спрыгивая с этой штуки нельзя атаковать. Забываю. Так, выход здесь? Да. Так, это... А, это платформочка, да. Она закрывается? Да, она закрывается. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чуть-чуть раньше прыгнуло нужно. Не-не-не, теперь только когда она откроется. Во. Да, вот это было сложное место. Еще, по-моему, эти штуки отправляют в пропасть, нет? А, нет, они туда-сюда кидают. Окей. И да, Тейлза наконец-то нет. Тейлз ушел, чтобы в концовке появиться пафосно. Приключения круче, чем в Uncharted. Ну да, ну вот серьезно, ощущается как действительно как финал чего-то очень масштабного и крутого. И вот это вот любопытно, что этот босс бэтл выглядит в принципе как аллюзия на первую часть. А-а-а, как опасно. В плане того, что тут тоже этот гнусный хер стоит за щитом и смеется. Да еб... Надо было изначально по платформам ездить. Одно колечко всегда позволяет выживать. Чет.
Финал всего хорошего в Сонике. Ну, да. То, что дальше... Меня расстроило. Ладно, я... Капитан корабля. И вот этот вот момент, вот... А, не этот. Следующий момент, да. Ура! Стейл в самый ответственный момент починил свой самолет во время того, как он падал на землю. Вот. Ну, вот тут вот настоящий эпик. Конечно, вот прям... С космосом и прочим. Doomsday, третий и Knuckles, возможно, еще эпичнее. Но... Блин. После первого Соника, где не было вообще ничего, такие кат-сцены, такой размах... Ну, тут он должен был сдохнуть, конечно, от того, что они вылетели из атмосферы, но черт возьми. И то, что здесь яйцо смерти, почти звезда смерти, да. Музыка Death Egg играет примерно 5 секунд, пока не выходишь вот сюда. Даже несколько жалко, что они написали тему для локации, а самой локации нет. Два раза всего, да? По-моему, можно было 3 успеть. Ну ладно, не буду рисковать. Что-то сейчас я протормозил, но не страшно. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, не надо было так делать. Не очень простой паттерн, я его забыл. Уф, опять? Я думал, что будет ездить. Но, oh well. В общем, здесь проблема в том, что ноль колец. И на всю эту зону здоровенную нет других вариантов, кроме как пройти ее... Да не, ну серьезно? Я не напрыгнул на него? Блин... Как пройти ее с первой и единственной попытки. Уф, что же я делаю? Не, ну это фигня. Тут вообще можно было на самом деле сидеть вот так вот и его убивать, когда он стоит. Можно было просто крутиться на нем. Ладно, вот плот хоул. Самый быстрый еж в мире не может догнать жиртреста, который ничего не может. Вот, и... То есть, вот теоретически тут его как-то можно бить, но на практике, видите, да, вот, то есть у него какой-то один пиксель сейчас высовывается, и он меня... Вот сейчас я попал. А сейчас вот... Вот сейчас вроде бы мне казалось, я вообще в шипы влетел, да, но... А! И я умер на его реактивном дерьме. Ладно, надо, наверное, спереди него бить. Блин, блин! Он приземлился лицом в другую сторону, офигеть. Да, и вот типа вот это, я так понимаю, единственный... Оу, щит. Единственный безопасный момент, когда его можно ударить, когда он нагибается. Потому что все остальные моменты, вот... Всегда есть шанс того, что попадешь ему в руку дурацкую. Ну вот как сейчас. Да, или сейчас. И вот сейчас. Вот меня смущает то, что у него две руки, и он так шагает, что как будто, ну, вот... Воу. Вот так вот, да? Что как будто все время одна из них впереди. Вот. Черт возьми. Бил его в панцу. Это типа, то есть снизу, под рукой. Ну, не знаю. Вот сейчас получилось. А, еще ему нужно сделать не 8 ударов, а больше. То есть всем боссам в игре 8, этому, по-моему, 12. И я помню, какое для меня было невероятное облегчение, когда я смог сделать 8, и как я охренел, когда этого оказалось недостаточно. Его в жопу можно. Да, но у него в жопе реактивный двигатель. Я вот побил его 2 раза в жопу, а после этого он... Ну, то есть оба раза он после этого меня сжаривал. То есть, возможно, есть идея, то есть разогнаться побольше и прыгнуть выше рук. О, ну вот типа сейчас.
Ну, вот, не знаю. Работник бегает со скоростью взрыва. Запомните это. Вот, и даже какая-то вот катсценка в финале, где все переживают за Соника, который взрывается в атмосфере. Вот, ну, вот, не знаю. За исключением Метрополиса, по-моему, вся игра совершенно отличная. Прошел ее вот в очередной раз с удовольствием. И, ну да, и кроме Метрополиса и Death Egg, конечно. Roundabout включай. Да ладно, у нас... Тут и так, тут само собой, в общем, все хорошо. Вот. Сейчас Соника перемолит винт самолета Тейлза. Ну, в общем, да. Что я хочу сказать? С днем рождения, Соника! По-моему, первая часть вообще никуда не годится, и при этом вторая настолько хороша, что... Вот к слову об играх, которые хорошо сохранились. 2016 год. Я рад Сонику 2. Но я не рад Сонику 1. Поэтому как-то поздравлять Соника 1 с днем рождения... Не знаю. А еще здесь очень классные, классно ремикшированные все мелодии в конце. Кваку поздравить. Ну да, Квейк тоже. 20-летие Квейк — это хорошая дата, Квейк надо поздравить. Вот, ну, на этом я думаю, что я закончу. И так, опять же, гораздо дольше, чем хотел. Ну, хотя, ну как, ну, на 20 минут. Прошел не за 40 минут, но за час. Ну, все равно, час на вторую часть нормально. С учетом того, что я еще отвлекался на... всякую там опционалочку. Вот. На этом я на сегодня заканчиваю. Через неделю, не знаю, надо будет подумать, третьего ли Соника, может быть, подождать все-таки, потому что слишком много Соников подряд, наверное, не лучшая идея. Но я думаю, разберемся, да, поиграем во что-нибудь сеговское через недельку в среду, а в субботу третий, я думаю, последний стрим по вампирам. Дерпина goes to downtown. Вот. Спасибо, что приходили. Спасибо, блин, композитору этой игры отдельное спасибо. Я до сих пор с большим удовольствием, кстати, слушаю музыку вот из этих первых 3,5 Соников. Их ремиксы отличные. Вообще вот все отлично. Вот. Такие дела. И вам советую. Все. Спасибо нам, спасибо вам. Пока-пока.